Всем привет, с вами InformTV. Младший брат Кирилла Ласкари, Андрей, появился на свет в 41-м году, спустя 5 лет после рождения старшего. С самого первого дня и до конца жизни они заботились друг о друге, поэтому смерть Миронова разделила жизнь балетмейстера на «до» и «после». Кирилл Ласкари родился в 36-м в Ленинграде, отец Александр Минакер работал актером. Мама Ирина Ласкари была балериной в крупнейшем музыкальном театре Грузии. Родители развелись, когда мальчику исполнилось 3 годика. До получения паспорта он носил отцовскую фамилию. Женившись на советской актрисе Марии Мироновой, Александр стал отцом во второй раз. Артист сразу же познакомил Кирилла с маленьким Андрюшей. С того момента братья проводили все свободное время вместе. Кирилл Александрович окончил хореографическое училище, ныне известное как Академия русского балета. До 23 лет он работал в Мариинском, а затем был солистом труппы Михайловского театра. Опыт хореографа помог ему стать постановщиком великих советских картин «Человек-амфибия», «Соломенная шляпка», «Покровские ворота». Братья были лучшими друзьями. Мало того, они еще и дружили с поэтом Владимиром Высоцким. Оба сына Минакера сумели зарекомендовать себя в сфере искусств. Между ними при этом не было зависти, разногласий и соперничества. Оба были женаты дважды. Первой супругой Кирилла стала народная артистка Нина Ургант. На тот момент у нее за плечами было 2 неудачных брака. После развода он расписался с Ириной Магута, актрисой и театральным педагогом. Вскоре в семье родился сын Кира – Ласкари, сценарист, бывший директор телеканала «СТС Лав». В августе 1987 года случилось страшное. Андрей Миронов, не выдержав нагрузки на работе, потерял сознание во время спектакля. Это был инсульт. В результате обследования у актера обнаруживается аневризма. Не приходя в сознание, он скончался. Ему было всего 47 лет. Андрей много работал, скрывая проблемы со здоровьем. Кирилл не знал о недуге брата, поэтому его смерть оказалась полной неожиданностью. Спустя 22 года ушел из жизни и он сам на 73-м году жизни. До конца своих дней он скучал за своим любимым братом. А вы помните этих замечательных артистов? Если да, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!